Вчера в Минске состоялся женский форум, душевный, искренний и красивый. На большой площадке страны, на Минской арене, собралось около 13 тысяч женщин. И нас объединила только одна общая нить – жить в прекрасной, мирной и спокойной стране. Растить своих детей и с уверенностью смотреть в будущее. На Минской арене царила потрясающая атмосфера, энергетика завораживала, и по-другому быть не могло иначе, потому что в воздухе витала любовь и не было никакой злобы. И мне очень радостно, что среди наших активных и независимых белорусов было очень много женщин. Женщин умных, красивых и независимых. 17 сентября 2020 года из сердца Минска прозвучало гордо «Женщина за Беларусь».